Макароны, крупа, сахар, фрукты и сладости – продуктовые наборы для тех, кто раньше получал льготное питание в школах, а теперь находится дома на самоизоляции. Это сбалансированное питание по нормам Санпина, рассчитанное на 10 дней. Родители не будут головной боли, что готовить детям с утра. Выдача продуктов производится на территории школ с соблюдением всех мер профилактики. Для нас это важно, действительно. Мы получили такой объемный паек. Ну, не ожидали, не рассчитывали, думали, все будет гораздо скромнее. Но выразить большую благодарность и спасибо за то, что организовали и помогли, оказали содействие в настоящее время. Всего в Одинцовском округе планируется выдать 23 878 таких продовольственных наборов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».